Бизнес-центр «Тверь» стал в этот четверг площадкой для очередного форума предпринимателей. На этот раз обсуждалась работа на московском портале поставщиков. Что это за платформа и какую выгоду она несет, вы узнаете из нашего следующего материала. Более 50 предпринимателей из областного центра Кимр, Ржева, Конаково и других муниципалитетов Верхней Волжья собрались в это утро в зеленом зале бизнес-центра «Тверь». По словам руководителя регионального исполкома «Деловой России» Антона Стамплевского, место для семинара выбрано не случайно. Это, наверное, уже по сложившейся традиции и учитывая ресурсное обеспечение, наверное, полноценная площадка для проведения мероприятий для всех предпринимателей «Тверей». На нем обсуждалась работа на московском портале поставщиков, который работает в столице уже не первый год. Изначально площадка сугубо муниципального значения, сейчас она объединяет 33 региона России. Здесь можно как выставить свою продукцию, так и приобрести чужую. Кроме того, это хороший ресурс для выхода на такой емкий рынок, как госзакупки, который проводят органы власти. Столичные и не только. Органы государственной власти и местного самоуправления размещают то, что им нужно, что они закупают. Плюс на этом портале есть возможность получать аналитическую информацию и в разрезе отраслей, и в разрезе временных различных отрезков. Как раз такую аналитику под собственную компанию заказать и получить бесплатно. Семинар, прошедший в бизнес-центре «Тверь», носил еще и практический характер. Столичные эксперты не только рассказали и показали, но и ответили на все вопросы наших предпринимателей, которые теперь получили дополнительные возможности для успешного развития своего дела.